Ну да, как сказал, он изображал, у него есть и сюжетные конкретные картины, такие тематические. Вот Настасья Микулишна, например, сказочная богатырша великанша, вот он верхом на могучем коне, и сам художник подчеркивает такую величие, монументальность. За ней мы видим языки пламени, а в руках она держит фигуру человечка. Вот у Рериха была такая особенность, он сам себе картину часто мог объяснить. Вот этому Настасью Микулишну он комментировал в связи с Великой Отечественной войной. Это у него образ Родины-Матери, понимаете, что он выходит из пламени после войны, да, такая мощная, сильная, при этом как бы не грозная. И в руках три человечка. Да, вот это как символ тех народов, которые Россия во время войны, например, вот там как-то Ну, тоже несколько вариантов Настасьи Микулишны было. Более ранний вариант 30-х годов, она у нее женское освободительное движение. Образ. Примерно так. Есть работа с этим?